Положили какой-то настил деревянный через реку. Сначала перешел Шмаги. И он, знаешь, по доске типа руки, да, доска же, она, и он качался. Дедовичок качается. Вот. А потом, после Магида, пошел в Лотереби, пошел ровно и не качался. Такой был сон в Ведьмороге. Он пришел к отцу Калтареби и сказал ему про такой сон. Он говорит, ничего, Калтареби сказал, ничего удивительного. Что? Магит, он делал цадиким. А я, говорит, с Божьей помощью делал так же балычу. И сказано, что в том месте, где стоит балычу, цадик не может стоять. Он качался, а Алтареби шел прямо. Вот. Такая рассказывает такую историю. Поэтому ты рассказал балычу. Ну, во-первых, давай мы закончим выходить. Так вот, поскольку это рассказано Реби, Реби там говорит, на этом примере майлась балычува и над цадиким, и то, что у цадика, в конце концов, у него тоже Машиах приходит привести цадика к тшуе. Вот. Чтобы цадик на самом деле, он тоже не должен шататься. Вот. Почему? Потому что идея, почему цадика вся выйдет в том, что он не касается зла. И когда он делает свою авойду, если, как Реби говорит, что если он коснется зла, то впоследствии неизвестно, чем это кончится. А балыч, не дай бог. Да. А балычува, поскольку он проходит через это и переворачивает эти все вещи, святость, то у него есть такая сила. И Реби говорит, что на самом деле балычува берет силу того, что цадик делает свою авойду, этот свет. И поэтому, хотя у цадика не всегда видно это, но в конце концов он приобретает это, вот то, что поскольку благодаря его заслугам балычува появилось. Вот, поэтому у него тоже появляется там майло балычува. Вот. И поэтому Алтареби это бы голову видно, потому что Алтареби сделал столько балычув. Вот. Настоящих таких, да, и по серабеям. Вот. Здесь тоже доказательство того, что сидят в балычу и осмеливаются делать лохаем в Хофдалатейс. Да, такие смелые все. Был бы кто не осмелился. Да, попробуй не осмелиться. Так что лохаем, лохаем брока. Ребята, чтобы мы собирались, знали, что кто нас привел сюда. Вот, и чтобы дальше удачи во всем. Чтобы этот день открыл, он раскрывает большой свет, который сделал Треби. Треби сказал, что если еврей войдет на Месирас Нефеш для Тойрес Хасидус, то Треби, я лично спущусь сюда и буду помогать. Что? Я спущусь сюда и буду ему помогать. Треби сказал, что это так и есть. Поэтому каждый из евреев, который тоже делает все, чтобы распространять Алтаребис Ксилус и Ксилус Рабеем, то есть Машиах в этот мир чтобы он привился по-настоящему, это Алтареби нам помогает, особенно в этот день, и Борух тебя это особенно касается, потому что у тебя там не самая легкая работа, и поскольку она, да, поэтому мы про тебя сегодня. И поэтому, что ты чувствовал эту помощь Алтареби и всех остальных, и Реби, главное. Так и есть. Так что Хайм Броха. Хайм Броха. Все хорошо. Хайм. Ай-яй-яй-яй, на-ра-ро. Yeah.